Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин, и сейчас я хочу показать, как я получил и активировал промокод на 5000 рублей. Это был подарок от проекта «Живая очередь», то есть был ежемесячный розыгрыш, и в нем был приз такой 5000 рублей на покупку какой-то любой техники. Вот давайте сейчас покажу вам. Вот был сам розыгрыш, ну, я сделал скриншот здесь, отправлял как раз Евгению Пронягину, и вот номер 2064 у меня выиграл 5000 рублей. И вот этот вот сам билетик, только вот такой вот был у меня. Вот, то есть он был выигрышным. Так, закрываем окошко. И вот переходим в раздел «Мои посылки в живой очереди». И вот мне уже была отправлена Яндекс.Станция, наушники AirPods. Вот недавно получил буквально на днях Apple Watch SE. И вот остался вот у меня последний такой сертификат. Озон на 5000 рублей. Вот, был отправлен 26 мая. Вот сегодня у нас... Сегодня 28. И вот сейчас я его как раз активирую. То есть нам нужно будет, получается, скопировать вот этот код. Выделяем его. Копируем. И переходим в Озон. То есть перед тем, как его активировать, то есть нам нужно будет зарегистрироваться на Озоне. И потом уже зайти в раздел «Кодовые слова» и «Подарочные сертификаты». Переходим. Вот здесь есть сертификаты. И вот этот сертификат сюда вводим. Нажимаем кнопочку «Применить». Ага, все, подарочный сертификат активирован. То есть и зачисляется на счет в течение 10-15 минут после активации. Сейчас сделаю небольшую паузу и потом покажу видео дальше. Все, прошла буквально минутка, то есть я страничку обновил, и вот у меня сертификат мой на 5000 рублей активировался. То есть сейчас я могу выбрать любой товар на Озоне, и получается уже оплатить вот часть суммы моего товара, то есть этой суммой 5000 рублей. Вот, и хочу выразить огромную благодарность проекту «Живая очередь», то есть всем ребятам, которые работают в этом проекте, особенно Николаю, Евгению, за то, что организовали такой классный проект. Вот, и то есть всем советую сюда заходить, если вы еще не в проекте. То есть здесь можно зарабатывать как деньги, то есть как получать подарки, то есть еще участвовать каждую вот неделю или каждый месяц. Проводится определенный розыгрыш призов, то есть и вы можете поучаствовать еще и в лотерее. То есть я вот никогда не выиграл в лотерее, а здесь вот мне удача благоволила мне, и я, получается, выиграл вот такой вот небольшой приз. Вот, поэтому... Кто еще думает, кто еще не в проекте, срочно заходите, вставайте в нашу большую длинную очередь и будем зарабатывать хорошие деньги в этом проекте. На связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.